Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня речь пойдет о событиях в истории средневековой Европы. Я Антонина Шарова, и речь у нас сегодня будет идти о святом Франциске Ассизском. Франциск родился в 1181 году в городке Ассизы в самом центре Апеннинского полуострова. Его отец, богатый торговец сукном Петр Бернардоне, решил назвать своего первенца необычно – Франциск, что в переводе с итальянского означало «француз». Мать Франциска была родом из Прованса, и именно от нее Франциск узнал и поэзию трубадуров, слушал о подвигах рыцарей, и молодой человек решил посвятить себя, скорее всего, именно рыцарской карьере. Отец ни в чем не отказывал Франциску, и Франциск тех лет – это так называемый «золотой юноша Ассиз». Он любил шикарную, богатую одежду, замечательную пищу и вел свободный, вольготный образ жизни. Казалось, что именно такой беззаботной будет жизнь Франциска, который с 14 лет начал вместе с отцом работать в лавке торговца сукном. В это время, после смерти германского императора Генриха VI, началась полоса политической нестабильности. Города Италии воевали друг с другом, и во время одного такого конфликта ополчение города Ассиз, откуда был родом Франциск, было разгромлено ополчением другого городка Перуджа, и Франциск с друзьями оказался в плену. Он провел в плену целый год, но это отнюдь не остановило его желание продолжать военную рыцарскую карьеру. Через год он вернулся домой и приготовился продолжить свою рыцарскую карьеру. Он отправляется в путешествие с одним из рыцарей, и здесь мы можем только догадываться о том, что за озарение произошло с Франциском. Он вернулся домой совершенно другим человеком, одетый в совершенно другие одежды, и повел тот образ жизни, который поразил окружающих и его родителей. Франциск внезапно понял, насколько мало стало веры в людях, насколько люди забыли о покаянии, забыли о страданиях Христа, насколько в упадке находятся храмы итальянских городов. Франциск поразил современников тем, что снял богатые одежды, облачился в рубище, снял обувь и босиком ходил по Ассизам. Франциск поражал современников тем, что отказался от богатой пищи и питался объедками и отбросами. Он начал раздавать бедным имущество своего отца, и отец даже подал на него в суд местному епископу. Но, выслушав горячую проповедь Франциска, епископ благословил его. Франциск начал восстанавливать заброшенные или полуразрушенные храмы. Одним из первых храмов, который восстанавливал Франциск, был храм Девы Марии Ангельской, так называемая порциункула, то есть частичка земли, на которой находился этот храм. Впоследствии порциункула стала одной из святыней францисканского ордена. К проповеди Франциска церковь отнеслась первоначально с большим недоверием. Как это так? Простак проповедует Евангелие и являет своим образом жизни попытку уподобиться апостолам. Что касается бедняков, населявших города Италии, то они первыми оценили всю прелесть простой проповеди Франциска. О жизни Франциска существует много легенд. Они были собраны, и это собрание получило название «Цветочков». Одна из легенд как раз и рассказывает о встрече Франциска и папы римского Иннокентия III в 1210 году, когда Франциск появился перед папой в своей бедной одежде, грязной, нечесанной. Папа Римский, посмотрев на него, сказал: «Нет, этот человек ближе к свиньям. Пусть он идет и проповедует свиньям. Его проповедь людям не будет понятна и близка». Выслушав папу, согласно легенде, Франциск отправился и улегся в той грязной луже, где лежало стадо свиней. Затем он вернулся к папскому дворцу и смиренно сказал: «Владыка, я исполнил твое приказание».
внемли же и ты моей мольбе. Потрясенный таким смирением, потрясенным таким послушанием перед представителем церкви, Папа Римский ответил на мольбу Франциска и разрешил ему проповедь. В 1223 году Франциск составил правила для братьев, и это правило стало уставом ордена францисканцев. В свою очередь, Папа Римский ввел новициат для францисканцев, то есть один год испытания, и запретил выход из ордена. Таким образом, был создан орден святого Франциска, орден францисканцев. Накануне смерти, в 1226 году, Франциск составил завещание, в котором наказывал братьям не просить себе у церкви никаких привилегий, жить в бедности, проповедовать покаяние, проповедовать Евангелие. Как Господь дал мне возможность изложить простым и бесхитростным языком мое правило, так просто и бесхитростно должны вы его исполнять. Всего лишь через два года после смерти Франциска, в 1228 году, он был канонизирован, а орден францисканцев существует и поныне. Всего доброго! Смотрите нашу программу «7 дней истории». Сегодня мы вам рассказывали о событиях средневековой Европы, а завтра – вы узнаете об истории стран Азии, Африки, Америки и Австралии.